При нашей жизни не соскучишься. Сижу как-то дома, скучаю. Звонок в дверь открываю, на пороге две женщины. Здравствуйте. Мы всероссийская перепись населения. Я говорю, здрасте. Можно мы войдем и вас перепишем? Ну как не впустить? Запускаю их в квартиру, они как государственные люди. По сторонам луп-луп-луп-луп. Я спрашиваю, а вы точно из переписи населения? Они говорят, да, точно, вот у нас ручка есть. И блокнотик. Я говорю, просто по телевизору рассказывали, что у вас у всех одинаковые куртки с надписями. Одна говорит, это вы, мужики, можете в одинаковых нарядах ходить. А мы, женщины, не можем себе такого позволить. Я говорю, еще говорили, что вы приходите с планшетами. Слышу, одна другой шепчет. Но мы, наоборот, с ними обычно уходим. Я, не подавая виду, говорю, да вы не волнуйтесь, это я так просто спросил. Просто мы очень доверчивые, нас сколько раз обманывали. Женщина говорит, значит, национальность можно не спрашивать. Так и запишем. Лохиянин. Я спрашиваю, а у вас вообще много вопросов? Они говорят, ну, 40 с лишним. Ого, но чтобы вас не обременять, мы сократили их до двух. На один вы уже ответили, теперь другой вопрос. Сколько вы получаете? О, говорю, много. И от жены получаю, и от начальника. Мы имели в виду деньги. Деньги, где вы их храните? Я говорю, да где не храни, жена все равно находит. Вот говорят, деньги не пахнут, а она разнюхивает. А где ваша жена хранит деньги? Я говорю, ну, судя по тому, как часто она ходит в Магнит-косметик, она хранит все деньги там. Женщина одна говорит мне, ну, вы же такой солидный мужчина, у вас же наверняка есть личные деньги. Я говорю, а зачем они мне, зачем? Я и так счастливый человек, у меня все есть. Жена есть, теща есть, ипотека есть. И все они просят есть. Переписчица говорит, хорошо. А какие-то ценности у вас в квартире имеются? Я говорю, да, только вчера приобрел целых 20 пачек. 20 пачек чего? Я говорю, как будто вы не понимаете, да? Вот как будто вы не понимаете. У нас на Руси испокон веков древний обычай. Как только мы попадаем в полную жесткость ситуацию, мы сразу закупаем гречку. Правильно. Не любим ее, кастрюлю уродуем. Еще 10 пачек остается до следующей жесткой ситуации. Женщина говорит, ну при чем тут гречка? Ну, более ценное что-то есть? Я говорю, да что же может быть более ценное? Горох, что ли? Это у нас неприкосновенный запас. Переписчица говорит, спросим напрямую, золото у вас есть? Я говорю, немного, но есть. Где? Я говорю, здесь. Жуб золотой. Кстати, многие у меня про него спрашивают. Женщины удивились, говорят, что, вами кроме нас еще кто-то интересовался? Я говорю, да постоянно интересуется. Вот сегодня, например, звонок. Здравствуйте, вас приветствует Центр стоматологии. У нас проходит акция. Первый зуб мы удаляем бесплатно. Вот я думаю, откуда они узнали про мой золотой? Женщина говорит, ах, негодяй, ах, мошенники. А более доступное золото у вас есть? Я говорю, есть. В соседней комнате у нас старинная родовая икона в позолоченной рамке. Помогает она от всякой нечисти. Если, к примеру, к тебе человек с недобрыми помыслами пришел, и ты ему эту икону покажешь, он тут же трястись начинает. Да я вам сейчас ее покажу. Они говорят, нет. Не утруждайтесь, мы, пожалуй, уже пойдем. У вас, собственно, и переписывать нечего. Я говорю, никуда вы не пойдете, пока я вас чаем не угощу. Они слегка усмехнулись, говорят, а чай у вас, небось, с горохом?
Я говорю, ну зачем же, как положено, с сухариками. Ну, провел их в кухню, навел чайку, спрашиваю, у вас точно вопросов больше не осталось? Они говорят, ну, есть один, но вряд ли вы этим пользуетесь. Я говорю, чем? Ну, банковской картой. Я говорю, почему ж пользуюсь? Только эта банковская карта меня раздражает. Вы знаете, женщины оживились, говорят, почему раздражает? Я говорю, да с этой карты один лохотрон. Вы разве не замечали? Подходишь, например, к банкомату, снять, к примеру, 500 рублей, он тебе как будто в этом банкомате весь бюджет страны. А выдает-то всего одну бумажку. Еще меня пин-код бесит. Постоянно его забываю. А какой у вас пин-код? Спрашивает переписчица. Я говорю, какой? День рождения жены. Вы что, забываете жену поздравить с днем рождения? Я говорю, ну да. Какой ужас! Давайте мы вам будем напоминать. Только назовите дату рождения жены и номер вашей карты. Я говорю, у меня в телефоне записано, а где сам телефон положил, не помню. Переписчица говорит, а вы мой возьмите, на свой позвоните. Дает мне свой айфон. Набираю цифры и слышу где-то рядом сигнал. Они говорят, он же у вас в кармане. Звенит, только звонок какой-то странный, как будто вы не позвонили, а смс-ку отправили. И тут я понял, что пора раскалываться. Я говорю, да, уважаемый, я только что с вашего телефона себе на счет 2000 положил. Они как вскочили, ах ты негодяй, ах мошенник. А это, говорю, мои хорошие, чтобы вы впредь думали, кого и зачем переписывать. Ишь ты, золото им покажи, день рождения жены назови. Да у меня сейчас без чая горох будете грызть. Я сейчас гречку сварю и заставлю вас кастрюлю отдраивать. Что уставились? Проваливайте. Или вам пин-код дать? Для скорости. Они так нагло говорят, мы никуда не уйдем, пока ты нам деньги не вернешь. Я говорю, пожалуйста, оставайтесь. Через 5 минут подействует снотворное, и я спокойно сдам вас в полицию. Они ноги в руки, бежать из квартиры. Я им вслед кричу, бегите быстрее, снотворное я намешал вместе со слабительным. Ну, убежали они, а я стою такой довольный. А что, на счете 2000 рублей, в руке iPhone нового поколения. Ну и кто из нас лохиянин? Вот так и подрабатываю. Да, скоро должны прийти из законной фирмы уплотнители на окнах менять. К вам не приходили, да? Да. А моей соседке тут на днях уплотнили форточку за 27 тысяч рублей. Пойду готовиться. Хочу 6 пятитысячных на цветном принтере распечатать. Представляете, я им 30 тысяч рублей, а они мне сдачи 3. Зато настоящими.